Прикрывайте Саскию! Это пары! Это Филипп. Она показывает нам дорогу. Ладно. Потом у меня к тебе будут вопросы. О, кровь Айлера. Призраки. Они боятся серебра. Я вас прикрою. Помогите. Заткнись, Айлер. Саша.
Ненавижу летать в тумане. Саски, ты цела? Да, это так, царапина. Вы с ведьмаком спасли нас. Я здесь для того, чтобы охранять тебя. А ты, ведьмак? Я ищу убийцу королей. Он похитил Трис Меригольд. А что ты делаешь здесь? Это допрос? Тебя разыскивают в Тимерии, Каэдвене и Редании. А я отвечаю за безопасность Саскии. Хватит, Филиппа. Ты сама говорила, что он невиновен. Саския, народец-то волнуется. Сперва солнце погасло, потом белки. Теперь это мгла. Для них уже слишком. Верно. Собирай всех командиров в зал совета. Йорвит, дай мне немного времени. Я подготовлю их к твоему появлению. Ведьмак, Филиппа, вы должны присутствовать. Я хочу услышать, чего нам ждать от этой аномалии и как от нее избавиться. Выше головы. Не сомневаюсь, что славный белый волк и столь же славная Филиппа Эльхард справятся с парой сотен бешеных духов. Я хочу видеть всех командиров в зале совета. Ведьмак, Филиппа, вас это тоже касается. Сесиль, пока мы не закончим совет, ворота должны оставаться закрытыми. Отвечаешь за это собственной бородой. Добро пожаловать в Верген, ведьмак. Я Сесиль Бурдон, староста. Геральт из Ривии. У нас есть свободная комната в трактире. Ничего особенного, но, по крайней мере, крыша над головой и кормят солидно. Спасибо. Скален, покажи мастеру Геральту его квартиру. А на обратном пути зайди в покои преподобного Альшана и расскажи там всем, что с ним стряслось. Значит, пал смертью храбрых в бою с агрессором. И все такое. Вот именно. Видишь, мастер Геральт, молодой, а башковитый, выйдет из него краснолюд. Еще один. Впусти одного человека, гля, за ним уже сотня приползла.
как муравьи. Говорят, человечья баба едва к мужику подсядет, так у нее уже брюхо вздувается. Вот твоя ведьмачья комната. Ага. Люди говорят, сам Зельдкирк из Гулеты отдыхал на этой кровати перед битвой. Правда, счастье это ему не принесло. Но хоть выспался перед смертью. Ха. Тебе что-нибудь еще нужно? Спасибо, Скален. Что за ведьмак такой? Бродит по свету, убивает чудищ за деньги. Я тебе слыхал. А чего у него глаза светятся? Потому как мутант. Чародеи его заколдовали. Молодым еще. Не повезло мужику. Ты глядишь, какие штуки бывают. Пока совет не скажет, ворота будут закрыты. Я думал, у меня в подвале Василиск завелся. А это моя старуха в угольный ларь полезла. Вы пропустили неплохую драку. Можно было убить самого короля. Дело дошло до поединка. Принц был ранен. Вы видели магическую мглу, которая опустилась над полем битвы? Для всех, кто еще сомневается, сразу скажу, что это не обычный туман и не ярмарочные фокусы. Скорее всего, мы имеем дело с проклятием крови. Могущественным и очень древним заклятием. Мы не знаем пока, кто его наложил и почему. На сегодня у меня есть одна хорошая новость и несколько плохих. Хорошая новость в том, что Хенсельд и его армия на некоторое время задержаны мглой. А плохие? Облако призрачной мглы будет расти и сможет даже поглотить Верген. Кроме того, из него могут выходить призраки. Может, управимся с ними народными средствами? Топором по башке? Теоретически это возможно, но я бы советовал запастись посеребрённым оружием. Кроме того, духи, вероятно, слабеют, удаляясь от мглы. Можно их изгнать как-нибудь? Обряд там провести? Этим займемся я и ведьмак Геральт из Ривии. Убийца короля? Который, вопреки досужим сплетням, короля не убивал. Да, конечно, нет! Он и мухи не обидит. Посмотрите в эти глаза! Сразу видно, какая у него тонкая душа. Мало кто разбирается в проклятиях лучше него.
Я не собираюсь объяснять вам суть этого явления, но скажу вам несколько простых вещей. Ну вот, начинается. Никому нельзя приближаться к призрачной мгле. Это смертельно опасно. Кроме того, нам придется ознакомиться с историей битвы. И здесь я особенно рассчитываю на помощь уважаемого Сесиля Бурдона. Я к вашим услугам. Благодарю. Чтобы снять проклятие, нам потребуются символы войны. Предметы, которые принадлежали павшим в битве. Тьфу ты! В железях с тех пор валяется больше, чем у Сесиля Бурдона в шее в бороде. Я так думаю, против проклятия лучше всего... Думать предоставь мне, почтенный Зигрин. А сам лучше помолчи. Все предметы должны быть магически активны и связаны с душами павших. Это все. Если еще кто-то не понял, все должны помогать Филиппе и ведьмаку. Что ты там бурчишь, Ярпин? Что-то у меня в горле свербит. Выпей вина. А теперь займемся более приятными делами. Ярпин, сколько у нас людей? Саския, ты хорошо знаешь... Сколько? Краснолюдов под 200. Но мы не числом берем. Крестьян будет с 500. Ну, по правде говоря, тяжко их сосчитать. Господа. 53 рыцаря и 200 кольчужных воинов. Мало. У Хенсельта 5000 солдат. Это значит, 5 на одного. Что вы об этом думаете? Нас мало, их много. Но у нас есть стены. Низкие, правда. Но если бы у нас были лучники, то кто знает. А, сюда бы полк тяжелых лирийских лучников. У нас есть кое-что получше. Эльфы Йорвита. Скаэтаэли. Господа, Йорвит. Чего ты тут ищешь, душегуб? 100 лучших луков севера ждут твоих приказов, убийца драконов. Хотели лучников, так вот они. Брататься с эльфами мне не по вкусу. Только вот в драке любая палка пригодится, даже если она в говне измазана. В моей дружине достаточно людей, у которых он сжег деревни. Свободные крестьяне — это одно, а преступник, которого разыскивают во всех королевствах, совсем другое. В этот раз ты перестаралась. Саския, скажи, и мы сразу уйдем. Послушайте, Йорвит пришел, чтобы сражаться за меня. Я доверяю ему и знаю, что он нас не предаст. Точно так же, как каждый из вас. Откуда вам, барышня, это знать? Это шельф. У него измена в крови. Он сражается с людьми испокон веков. Но впервые за несколько десятков лет его борьба обрела смысл. Скаэтаэли не знали мира. Они умирали за Нильфгард, за Долину Цветов напрасно. Они были преданы и обмануты. Теперь у них есть цель. Долина Понтера может стать первым государством, в котором люди, выходя за городские стены, смогут не бояться эльфских стрел. А эльфам и краснолюдам не придется жить в резервациях. Но сперва нам нужно выиграть битву. Вы знаете, кто идет на нас войной. Это превосходная армия, испытанная в боях, обученная умелыми командирами. Их не получится ни напугать, ни победить. Мы должны их уничтожить. Всех до единого. Поэтому я хочу, чтобы Йорвит сел с нами за этим столом. Я хочу, чтобы он убивал за нас каэдвенцев. И я уверяю вас, он будет делать это с улыбкой. Слово за вами. Если мне доведется увидеть улыбку на этой тощей роже, я согласен. Пусть Йорвит остается. Пес его дери. Отец мой в гробу перевернется. Ну что поделать, надо так надо. Я за. Я против. Ты убил моих людей, эльф. Помнишь? Если бы я их не убил, убили бы меня. Будь по-вашему. Во имя лучших времен и на погибель каэдвенцам. Я... За. Смерть ублюдкам! Да здравствует Саския! А-а-а!
Это яд. Она умирает. Отнесите ее в безопасное место и охраняйте, как зеницу ока. Я возьму все необходимое и займусь ей. Мои лучшие воины станут на страже. Быстро, мужики! Давайте носилки! Она перестала колдовать. Что с Саской? Она жива? Да. Я замедлила ее жизненные функции. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Ты знаешь, что это за яд? Таумотор. В народе известный как маченик. У него очень дурная слава. Должно быть какое-то противоядие. Что мы можем сделать? Для лечения потребуются травы, магия и кровь. Могу предположить, что кровь необычная? Именно так. Я имею в виду кровь королей. Вот где пригодился бы Лето. Ближайший король находится за призрачной мглой. Ты меня неправильно понял. Нам не нужен правящий монарх. Важен генотип. То, что называется голубая кровь. Короли происходят из древних родов. Чтобы выжить, властители должны были отличаться необычайным здоровьем и силой. Приток чужой крови в королевских родах всегда был невелик. А потому мощь их генов все еще сильна. Я применю генную терапию и научу организм Саски, как избавиться от яда. Ты велишь ей пить человеческую кровь? Я введу кровь ей прямо в сердце. Что за травы? Мне нужна подземная разновидность пурпурной наперстянки. Ее еще зовут краснолюдским бессмертником. И эльфская роза памяти. Где взять этот бессмертник? Он растет глубоко под землей, но с ним сложностей не будет. В Вергине есть шахта. Чем он поможет Саске? Маченик вызывает сильные повреждения тканей, а бессмертник ускоряет регенерацию. У Трис тоже была роза памяти. Она уверяла, что это крайне редкое растение. В давние времена Аэн Сейтхе, которым удавалось вырастить розы памяти, пользовались большим уважением. Времена изменились. Эльфы тоже. В окрестностях Вергина никаких эльфских садов нет. Придется возвращаться во Флотзам. Роза памяти из Флотзама есть у Трис. Осталось ее найти. Что еще нужно для операции? Таумотор обладает способностью к саморазмножению. Вторжение в среду зараженных клеток запускает цепную реакцию. На месте уничтоженной клетки появляется 10 новых. Чтобы прервать этот процесс, мне потребуется нечеловеческая сила. Лучше всего подошли бы гении воды или воздуха. Или одно из 12 легендарных колец Всевластия. И одно, чтоб лишить их воли и соединить навек в их земной юдоли. А мне потом босиком по вулкану бегать, ясное дело. Ладно, ладно. Забыли о кольцах. Мне потребуется большая доза силы, неважно откуда. Найдите что-нибудь. Бессмертник, роза памяти, королевская кровь и магия. Звучит как в сказке. В скверной сказке. Не хватает только поцелуя принца. Для меня главное, чтобы все хорошо закончилось. Как в скверных сказках. Я могу рассчитывать на твою помощь, Геральт? Можешь. Что с битвой призраков? Сначала я укреплю заклятия, которые поддерживают жизнь Саски. Потом займемся духами. В принципе, ты мог бы сам заняться призрачной мглой. Поговори с местными о битве. Может, разузнаешь что-нибудь полезное? Я попытаюсь найти отравителя. Сюда может войти только Филиппа Эйльхард.
Сюда может войти только Филиппа Эйльхард. Привет, ведьмак. Иди бабу свою тыкай. Жители Вергена! Под стенами нашего города собрался туман, в котором кишат злобные призраки. Не вздумайте туда лезть! Эта мгла, мать ее за ногу, притягивает и других чудищ. Потому, ежели кто пойдет в каменоломни или, скажем, в ущелье, сохраняйте особую бдительность. Белки, которые встали лагерем у сожженных хат, нам не враги. Так решила Саския. Значит, так и будет. Туманом и призраками займутся мастер Геральт из Ривии и чародейка Филиппа Эйльхард. А теперь открыть ворота и за работу. Тебе нравятся мои пентакли? О, да, очень. Я бы с удовольствием рассмотрел их поближе. Тогда нам нужно представиться. Меня зовут Фелиция Кори. Ты Геральт из Ривии. И не делай такую удивленную мину. Я про тебя в школе учила. Как бы ты к этому ни относился, но ты герой новейшей истории. И множество любовных романов, которыми мы зачитывались после отбоя. Ты училась в Аритузе? До сих пор учусь. Мне осталось пройти практику по фетишам и эликсирам. Собственно, поэтому я здесь. И ты трудишься под пристальным оком Филиппы Эйльхард? Тебе помочь с практикой? Ах, это называется уникальная возможность и работа с источником. Я буду очень признательна. Местных волшебные вещи почти не интересуют, а мне нужно получить зачет. Посмотрим, что я смогу сделать.
Тебя что, медведь ломал? Наши вам. Как жизнь? Ты ведь чинишь доспехи, так? Так. Работаешь сам на себя? Не вполне. Ты не из болтливых, верно? Говорили, ты молчун. Значит, тут взаправду водятся привидения? А ты думал? Надо б святошам сюда молодых клириков посылать, пускай смотрят. Так, глядишь, и поверят в загробную жизнь. Откуда только вся эта паскуда повылезла? Тут же великая битва была. Столкнулись между собой гордыня и жадность. Только ведь и правые, и виноватые все одинаково помирают. Никакой справедливости в бою нет. Только человечья воля до таких проклятий доводит. Только она. Эх, ведьмак бы лучше разъяснил. Я думал, у меня в подвале Василиск завелся, а это моя старуха в угольный ларь полезла. О! Ведьмак краснолюд. То-то было бы зрелище. О, еще один путешественник. А откуда? Молчи, я угадаю. Из Темерии. Я только хотела сказать. И что привело тебя в Верген? Подожди, я сама скажу. По делам. Я так и думала. А по профессии ты? Ведьмак. Ну и ну. Не часто к нам забредают ведьмаки. А что это вообще за ремесло? Мы решаем проблемы. Ух ты! У меня как раз проблема с моим парнем. Ты нашла его внутренности намотанными на забор, а голова лежала отдельно от тела? Ведьмаки решают только такие проблемы. А как
клятвы полагается, преподобно? Угодно ли богам дева Саски? Правду она говорит? Боги никогда не благословят бунт и восстание. Это преступление против естественного порядка вещей. Скажите прямо, вы просто не хотите видеть женщину во главе армии и чародеек у нее в советниках? Даже малое дитя знает, что чародейки — это греховные, коварные безбожницы. Они лживы и похотливы по своей природе. Полно, отец. Они хотят сражаться за нас. К чему нам заглядывать им под перины? Первый раз за всю историю чародейки взялись что-то сделать не ради собственной выгоды. Вот. Ведьмак! Победитель ужасных чудовищ! Убийца стрыги! Позволь мне услужить тебе и стать твоим преданным слугой! Я буду расчищать твой путь от камней, чтобы ты не поранил ног! Спасибо на добром слове, но в слугах я не нуждаюсь. Тогда возьми все, что у меня есть, избавитель! Все, что я накопил за свою жизнь! Все твое! Все! Ладно, уговорил. Давай сюда, что у тебя есть, и прощай. Чтоб тебя, теперь следы останутся. Мокрые белочки. А, вот она, участь борцов за свободу. Что? Привет тебе. Может быть, Роше где-то с той стороны мглы. Значит, я наконец-то его достану. Во Флотзаме. У меня это почти получилось. Давно ты за ним охотишься? С тех пор, как он стал командиром синих полосок. Во время первой своей операции он вырезал один отряд в моем подчинении. Всех до последнего. Он застал меня врасплох первый и последний раз. С тех пор я стал гораздо осторожней. Значит, это очень личное дело. Месть, как в песнях Лютика. Этого требует безопасность Скаэтаэлей. Из первых командиров таких отрядов остался в живых только Роше. Я заметил, что тебе не хватает как раз герба Тимерии. Для коллекции. Нужно завершать дела, которые начал. Есть новости о Лето? Он где-то здесь, по ту сторону мглы. Я чувствую это. Раньше не было случая поговорить о твоем союзе с Лето, а сейчас самое время. Да, пожалуй. Я не знаю, кто он на самом деле и кому подчиняется. Лето нашел меня 2 месяца назад. Он ушел от облавы в Аэдирне и хотел поработать вместе. Помощь наших разведчиков и наше укрытие в обмен на головы Фольтеста и Хенсельта. Хорошее предложение, если учесть, что мы открыли ему только часть наших секретов. Затем оказалось, что Лето не один. Зеррит и Эгон должны были убить Хенсельта с помощью моих воинов. Как ты знаешь, до этого не дошло. Расскажи мне о Тхойне, ради которой Скаэтаэли готовы пойти в бой. Саске? Она не Тхойне. Она не такая, как другие. Да ты сам видел. Что я буду тебе объяснять? Она борется за долину Понтера для краснолюдов, эльфов и людей. Мне казалось, людей ты ненавидишь. Я простой солдат, но я не идиот.
Это лучшее, на что мы можем сейчас рассчитывать. Лучше, чем Долина Цветов. Я встречал еще одного скайтаэльского командира. А, ты о Яевине. Я знал его. Он пытался забить мне голову своими прекрасными мечтами. Говорят, тебе тоже. Ты много обо мне знаешь. Я стараюсь знать как можно больше. Обо всех. Я ведьмак и всегда сохраняю нейтралитет. Тогда я не встал на его сторону. Может быть, так и надо. Зачем нарушать естественный ход вещей? Главное, не задумываться, что было бы, если бы мы поступили иначе. Я стараюсь этого не делать. Думать о последствиях надо до того, как примешь решение, а не после. Сейчас мы стоим по одну сторону. Все меняется. Сейчас у меня другие цели и другие союзники. Что здесь нужно Филиппе? Зачем ей свободный Верген? Она чародейка. А все чародейки обожают вмешиваться в политику. Каждый из них без колебаний пожертвует чужой жизнью, лишь бы воплотить свои планы. Довольно предвзятый взгляд. Всякое, каждое. В жизни гораздо больше цветов, чем черный и белый. Точнее, больше оттенков серого. А что до магов, у меня нет никаких иллюзий на их счет. Ты знаешь, что сделала с эльфской молодежью королева Долины Цветов? Энит Англианна, известная также как Франциска Финдобаир, чародейка. В обмен на создание королевства эльфов в Долблатанна, она отправила скаэтаэлей на бойню. Они должны были ударить в тыл врагов Нильфгаарда. Был шанс остановиться. Она могла выступить против Императора. Могла отозвать белок и защитить с их помощью Долину Цветов. Почему она этого не сделала? Ради каких-то высших целей. И так хотел Нильфгаардский Император. Поэтому после окончания войны мы оказались бандитами. Поэтому эльфы гибнут, а наших детей убивают такие, как Роше. И поэтому я не верю Филиппе Эйльхарт. Ты был в Долине Цветов? Долблатанна. Это вассальная земля императора Нильфгаарда. Ее называют государством свободных эльфов, но с Каэтаэлем туда входа нет. Это был еще один болезненный урок. Но свободная долина Понтера все еще может изменить. Прошло 5 лет с освобождения Долблатанна. За это время туда переселилось больше 2000 эльфов. И знаешь, сколько детей родилось с тех пор в свободном королевстве? Меньше 20. Это не долина цветов. Это долина бесплодных старцев. Скажи об этом Франциске. Ты веришь, что вы отбросите Хенсельта? Нет. То есть? Никакие увертки краснолюдов тут не помогут. Мы не остановим каэдвенцев. Их просто слишком много. Что ты собираешься делать? Увидишь. Одно могу обещать. Я не нарушу данного слова. Мокрые белочки. Киадмиль. Что ты здесь делаешь посреди ночи? Размышляю. О чем? О сражении. Осталось совсем немного. Пока над полем висит призрачная мгла, боя не будет. Я о другом. Пришло время нам, женщинам, выйти из тени. В бою мы не уступаем мужчинам. Но все остальное время... Женщины не должны быть воинами. Мы ни в чем не уступаем мужчинам, ни в чем. Наш пол нисколько не умаляет наших талантов. Знаешь, почему армиями командуют мужчины? Потому что они не тратят время на болтовню. Мы можем спорить до хрипоты, но если ты не начнешь действовать, слова ничего не изменят. Тебе тяжело, но если ты сумеешь проложить путь... Тем женщинам, которые пойдут за мной, будет проще. Спасибо, ведьмак. Береги себя. Чтоб тебя. Теперь следы останутся. Мокрые белочки. Вот она. Участь борцов за свободу. Ведьмак, мне надо с тобой поговорить. В чем дело? Я Элиас из отряда Йорвита.
У меня важное дело. Говори. Недавно из Вергена начали пропадать мужчины. А в последнее время мы стали находить тела. Значит, скорее всего, это не дезертирство. Жертвы только мужчины? Молодые мужчины. Люди и эльфы. Где находили тела? По-разному. Больше всего в сожженной деревне, возле ущелья неподалеку от города. Я бы хотел осмотреть остатки. Всех похоронили. Где? Под курганом, в лесу за Вергеном. Но ты не должен туда ходить. Это еще почему? Осквернение могил – тяжкое преступление. Семьям умерших это не понравится. Как их убили? Каким-то ужасным, неведомым способом. Эльф бы такого не сделал. Человек, наверное, тоже. Я за даром не работаю. За наградой дело не станет. Если совсем разберешься, может быть, я добавлю что-нибудь, кроме денег. Мы теряем хороших людей. Попробую разобраться. Расскажу про бабу, которая упала с неба. Пусти одного человека, гля, за ним уже сотня приползла. Ты уже тысячу раз рассказывал. Никакого интересу нет. Говорят, человечья баба едва к мужику подсядет. Очень странная история. Странная история. Странная история — это если бы ты трезвый домой вернулся. Не-не-не, тебе я наливать не буду. Ты по делу или пришел отдохнуть? Отдохнуть и потратить денег. О, в таком случае милости прошу. Чем могу помочь? У вас в городе рассказывают что-нибудь о чародеях или колдовских местах? Если не считать небесного огня, который устроила эта сука 3 года назад. В лесу за Вергеном жил когда-то чародей. Поищи, может, от него что осталось. А проще всего расспроси Сесили Бурдона. Лучше него историю Вергена никто не знает. Я расскажу про бабу, которая упала с неба. Крестьяне больше не хотят крестить навоз. Победы им грезятся. Никакого интереса. Мерзкая все-таки погода. Очень странная история. Может быть, тогда они не побегут от хенсельтовых мечников. Странная история — это если бы... Мерзкая все-таки погода и радость. Свинья выше загривка не прыгает. Пускай дерутся за свою свободу. И за мою заодно.